Мандарины – одни из самых популярных фруктов в зимнее время года. Их свежий, кисло-сладкий вкус и цитрусовый аромат, пожалуй, никого не оставляют равнодушным. Когда за окном морозы и не самая приятная температура, они играют важную роль в зимнем рационе человека, наполняют организм витаминами и другими полезными веществами, создавая при этом новогоднюю атмосферу вокруг. Однако есть вопрос, который волнует большинство россиян ежегодно с декабря по февраль. Почему именно эти фрукты стали неотъемлемой частью новогоднего стола? Истоки идут прямиком из Китая, где они имеют символическое значение, ассоциируется с богатством и удачей. В китайском языке слово «мандарин» созвучно со словом «золото», а желто-оранжевый цвет плодов ассоциируется с благополучием и процветанием. Поэтому дарить и есть их на Новый год считается хорошим предзнаменованием для будущего года. Они также считаются символом единства и счастья для всей семьи. Во многих странах, включая Россию, также сложилась традиция дарить мандарины на Новый год. Это связано с несколькими факторами. Они созревают именно зимой, поэтому становятся доступными в большом количестве. Аромат мандаринов приятен и ассоциируются с праздником. Ну и то, что они символ богатства и изобилия, пожалуй, тоже имеет значение. Если посмотреть хронологию палеонтологии в данном случае, то многие ученые скажут, что это Южная Азия или Южно-Восточная Азия. Но на самом деле, если смотреть карту палеонтологии и генетические древа строить, то мы увидим, что первым представителем цитрусовых был родоначальник из Индии. И уже оттуда, конечно же, представители цитрусовых, как цитрон, он был популярен за счет аромата, даже не за счет съедобных качеств, а именно из аромата своей цедры. Конечно же, он стал популярным и в других странах. Мандарин – это не только вкусный и полезный перекус, но и источник витаминов, особенно С и А. В холодное время года организму необходимы дополнительные защитные вещества, и фрукты становятся их отличным источником. Ярко-оранжевый цвет придает бета-каротин. Пигмент, который окрашивает плоды, является антиоксидантом и помогает защитить клетки от свободных радикалов и предотвратить развитие хронических заболеваний. Этот вид цитрусов богат природными сахарами, а их употребление может стать источником энергии на протяжении всего дня. Они также содержат множество минералов, таких как калий, фолиевая кислота и магний, способствующих нормализации функционирования организма. Ну а особенность мандаринов, в отличие от других цитрусов, заключается в его строении. Шкурка отделяется легко, а дольки наполнены маленькими частичками с соком. Это и есть самая вкусная часть у фрукта и зовется эндокарпием. Да, говоря о мандаринах и, в принципе, о других цитрусовых, мы можем представить один плод, то есть однообразный плод, так называемый гесперидий, который состоит из двух слоев, то есть кожицы, это флаведа и альбеда. Флаведа представляет собой окрашенную, то есть часть кожуры, то есть они бывают желтых, рыжих, зеленых, да, ярких, красных тонов. И альбеда – это как раз-таки белковая полисахаридная составляющая цитрусовых, которые окружают уже мякоть. На рынке и в магазинах представлены различные сорта мандаринов, включая сладкие, кислые, а также гибриды с другими фруктами. Покупатели могут выбрать те, которые им больше всего нравятся, и наслаждаться их вкусом в любое время суток. А узнать подробнее об этом фрукте вы сможете, посмотрев выпуск программы «Как так?» на нашем телеканале. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.